Я хочу вам сказать, чтобы вы были в молитве за нашу страну, в которой мы живем. Мы, может быть, родились в других местах. Может быть, мы возрастали в семье, которая, может быть, с разными идеологиями. Но страна, в которой мы живем, она одна и неделима. Я верю в то, что Бог призывает нас сегодня молиться, как призывала Эстер, молиться и поститься народ за нее и за свой народ. Я верю, что мы должны это делать. Я верю, что в молитве мы можем получить свободу. Я верю, что если мы будем едины с одной целью обращения к Богу, только Он может сверхъестественно дать нам то, что нам нужно. А это свободное передвижение, право исповедания, право высказывать свои слова, свои мысли, быть свободными, развивать свой бизнес, расти свои семьи, умножаться, величать Бога на разных языках. Мы здесь народ Украины, многонациональный, но это наша страна, где мы считаем наше право молиться за нее. И я призываю вас, будьте в молитве вместе с нами, и пускай Бог благословит вас. Божий.